лингвистическая безопасность. Он должен лечь в основу мер по предотвращению дальнейшей латинизации российского общества и сохранению цивилизационного суверенитета. То есть у нас грядут языковые чистки, но не по тому принципу, по которому обычно, как необычно, как в обычной мировой истории не происходит, а по тому принципу, что сказали вы хайп или сказали вы хейт и получили за это... Другое дело, если вы сказали да, вот это по-нашему, да, это по-нашему, да. Нет, мат, кстати, тоже запрещен, но там административка. Хорошо, сказали хер. Да, да, хер войне. Да. Хейт войне. Вот а вот хейт войне, да, 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 вот хейт войне, это уже 7, да, вот.